Добрый день, дорогие друзья, Глиняный берег. Давайте пообщаемся с одним из многоуважаемых рыбаков, на которого держит ориентир Радишевский. Идеология рыбалки тоже с ним знакомы. День добрый. Добрый. 12:37, как дела у вас? Ой, уже минут 15 не клюет. Минут 15 вы ставите зонтик, как, да. как мы наблюдаем. Сдувает. Поэтому не клюет, да? Может быть, да. Так, что, так поклевывает. Что в улове? Карпы. И что-то было большое, что даже не смог остановить. Что-то было посерьезнее? Да. Почему не смогли остановить? С клипса не успел сбросить. Сам виноват. Перло по-серьезному, да? Как паровоз. То есть он гулял здесь минут, ну долго гулял. Все ждали, что вытащу. Он развернулся и ушел. Ну что ж, так. Время только обед. Посмотрим, что будет вечера. А сейчас не хвоста ничего, и хорошего отдыха. Спасибо. Поклевки идут, так что все хорошо.